Для этого сформированы специальные группы из числа сотрудников полка ДПС и подразделений технического контроля ГИБДД. Довольно часто при выявлении подобного нарушения водители соглашаются снять пленку со стекол на месте. Но есть и такие, кто отказывается или не может сразу устранить нарушение. В этом случае водители и нарушители привлекаются к административной ответственности и впоследствии должны будут выплатить штраф. Инспекторы объясняют водителям, что тонировка стекол ухудшает видимость, особенно в пасмурную погоду или темное время суток, что может стать причиной ДТП. Разработаны специальные буклеты, наклейки, стикеры. Эти пособия инспекторы ДПС вручают водителям.